Приветствую, друзья, с вами Роман Денисенко. Сегодня мы рассмотрим ICO компании Браво. Браво – это компания, которая уже успешно работает на рынке анонимных и быстрых мобильных платежей с 2015 года, но только на территории США и за валюту USD-доллары. И команда решила, что нужно расширять границы, запускает свой собственный токен BVO, а также дорабатывает готовое мобильное приложение под технологию блокчейн. Есть даже американское телешоу за июль 2015 года, где выступает CEO проекта. Мы находимся на официальном сайте компании bvo.bravo.com. Почему компания Браво? Браво разработала решение, они работают уже с 2015 года. В 2019 году планируют обновление, чтобы уже можно было работать с токеном BVO, который позволит мгновенно и безопасно анонимно оплачивать уже по всему миру, а не только в США. Браво построена и работает на собственной блокчейн-платформе. Браво является уже работающим бизнесом, что очень важно. 9% ICO, которые поступают на рынок, имеют свой продукт и какую-то разработку. А вот уже компания Браво имеет свой продукт, который уже рабочий, что очень важно. Браво быстро растет, имеет собственную базу клиентов, сообщество десятков тысяч активных пользователей и занимается P2P платежами, микрокредитованием занимается и другими. Выступления учредителей можно тоже посмотреть на выставках, презентуют свой продукт и довольно-таки успешно. Друзья, лидерскую команду представляем. Соучредитель и генеральный директор Мария Дель. У нее опыт ведения в маркетинге, управления потребительскими медицинскими брендами, более чем 22-летний опыт. Роберт Луни, финансовый директор, родился и вырос в Канаде. Опыт MBA, школа бизнеса VP. Успешно руководил несколькими компаниями в области финансирования и инвестиций. Также Элмеры Моралес, главный технический директор, серийный предприниматель, более чем 17-летним опытом создания инновационных программного обеспечения ведущих высокопроизводительных инженерных команд, таких компаний, как Microsoft, American Express, возглавляет инициативы Браво по блокчейну. И другие члены команды вы сможете ознакомиться с ними на сайте. Ссылки обязательно я предоставлю ниже. Часто задаваем вопросы, почему Браво делает переход в блокчейн. Браво компания имеет существующую мобильную бизнес-модель на основе мобильного приложения микроплатежей, который в настоящее время обслуживает десятки тысяч активных пользователей в США. Технология анонимных мобильных платежей Браво продолжает развиваться в платформу следующего поколения и включив технологию блокчейн в свой бизнес. Эта технология является еще одним шагом вперед в том, чтобы сделать платежи более анонимными, менее дорогостоящими уже по всему миру. И самое главное, ускорить транзакции по времени, предоставляя пользователям полный контроль над транзакциями. Как можно присоединиться к белому списку предпродажи? Чтобы присоединиться к белому списку, перейдите на страницу и отправьте свою электронную почту, и вам уже потом приглашение на покупку токена пришлется компании. Какова будет цена за токен Браво? Токен BVO будет стоить 10 центов. Отправлять платежи с помощью блокчейн. Браво Pay продолжает приносить финансовые возможности новому поколению, которое ценит простоту, конфиденциальность и прозрачность. И начиная с 2017 года, Браво начал эволюцию блокчейн. Можно будет присоединиться к этой революции и купить токены. В социальных сетях Браво, так, давайте подпишемся, более 18 тысяч человек подписалось. Новости периодически ходят, мы видим. Активно развиваются социальные сети. Twitter, Instagram. Также вы сможете перейти и ознакомиться с их социальными сетями. Ссылки я приложу в описании. Twitter, 13 тысяч человек. Instagram, почти 12 тысяч человек. Белая бумага проекта на 34 страницах. Подробное описание проекта, функционала. Вы сможете тоже ознакомиться. Друзья, токен будет называться BVO. Тип токена ERC-20. Всего 1 000 000 000 токенов будет выпущено по цене 10 центов. Хардкап проекта 34 миллиона долларов. К оплате принимает эфир, биткоин и доллары. И распределение мы видим здесь токенов ICO Presale, ICO Mine Sale, Bounty Block 2%, Advisor'ам, команде 20%, промоушенам и другое. Мое мнение, что ICO достаточно перспективное, потому что проект работающий, клиентская база уже готова, команда сформировалась, очень опытная команда, и поэтому есть смысл вкладывать деньги в этот проект. Вся информация будет под этим видео.
Если будут какие-то вопросы ко мне, тоже я свои контакты оставлю. И до новых встреч. С вами был Роман Денисенко. Пока.